Команда России на вашем. Вообще очень мало было выходных, сбор на сборе. Мы все очень разные. Активные. Умные. С самого детства мечтаем о том, кем станем, когда вырастем. Ходим в разные школы, но в один спортивный клуб. Стремимся к балансу. Готовимся к первым соревнованиям. Хотим победить и показать всем, на что мы способны. Кто-то начинает с самого детства, а кто-то понимает, чем хочет заниматься чуть-чуть позже. Мы болеем друг за друга и гордимся первыми победами, не загоняя себя в строгие рамки. Бывает непросто, но в клубе Ольги Кужелы нет ничего невозможного. Благодаря лишь одному человеку, который поборол все страхи и много работал, мы можем исполнить свою самую большую мечту – стать настоящим спортсменом. Не ждите, когда наступит завтра. Запишите себя в историю синхронного плавания уже сегодня.